Следующая задача, на которой проиллюстрируем жадные алгоритмы, неформально называется планирование вечеринки в компании. Формальным входом этой задачи является дерево. А то, что мы хотим получить на выходе, это независимое множество максимального размера. Где под независимым множеством мы понимаем множество вершин этого дерева, никакие две из которых не соединены ребром. Сейчас поясним это на примере, заодно поясним, почему задача так неформально называется. Итак, рассмотрим вот такое дерево. Это дерево можно себе представлять как иерархическую структуру какой-нибудь компании, например. То есть вот дерево, то есть корень этого дерева, самая верхняя вершина, это руководитель компании. Под ним его там трое заместителей. У каждого, вот у самого левого заместителя есть один подчиненный, у среднего заместителя есть тоже один подчиненный, а у самого правого, то есть вот у этого, есть двое подчиненных, у одного из которых, в свою очередь, есть еще трое подчиненных. То есть вот ребро в этом дереве, в этой иерархической структуре, означает просто отношение подчинения. И мы с вами организовываем вечеринку в этой компании. Мы хотим на вечеринку, конечно же, позвать как можно больше народу. И мы хотим, чтобы все на вечеринке получали удовольствие. И вот какое есть естественное требование. Человек не может получать удовольствие на вечеринке и искренне радоваться, если на этой же вечеринке присутствует его непосредственный руководитель. Таким образом, то, что мы хотим найти в этом дереве, это выбрать побольше вершин так, чтобы между любыми двумя из них не было бы ребра. То есть ни один из них не был непосредственным начальником другого. Ну вот один из способов выбрать такие вершины, это, например, взять вершину с первого уровня, то есть взять руководителя этой компании, и взять вершины с третьего уровня. Получится множество, состоящее из пяти вершин. Еще один способ – это взять вершины со второго уровня и с четвертого. Получится множество размера 6. Есть, однако, вот такое вот множество размера 7, и мы с вами сейчас научимся доказывать, ну и вообще решать эту задачу в общем случае, доказывает, что в данном игрушечном примере это множество оптимально. Поехали. Как обычно, начинаем с надежного шага. Надежный шаг в данной задаче заключается в следующем. Утверждается, что существует оптимальное решение, всегда существует оптимальное решение, которое содержит все листья нашего дерева. Листья – это вершины, у которых нет детей. То есть в компании это люди, у которых нет подчиненных. Если принять во внимание это утверждение, то мы сразу можем заключить, что в решение надежно сразу взять все листья. Тогда мы все еще сможем построить оптимальное решение. Ну давайте понимать почему. Вот здесь на картинке приведен пример, где слева в решение взята вот эта вот вершина, а справа она поменена вот на эту. Ну, действительно, если у нас есть какое-то решение, которое какой-то лист не содержит, давайте попробуем этот лист добавить в решение. Что может от этого сломаться? Ну, сломаться могло то, что в решении присутствовал как бы руководитель этого листа. То есть, ну или в терминах деревьев, родитель этой вершины. Если так произошло, ну давайте родителя уберем. Тогда никаких конфликтов возникнуть не может. Действительно, да, эта вершина соединена ребром только со своим родителем, больше ни с кем. То есть это и есть важное свойство листа, и у него есть только одно ребро, и оно ведет в ее родителя. Итак, еще раз, если у нас есть решение, которое какой-то лист не содержит, то его легко переделать в решение, при этом его размер не изменится, а может быть даже увеличится, в котором этот лист будет. То есть мы этот лист добавляем, если это привело к каким-то конфликтам, то есть там есть его родитель, то мы родителя выкинем. Соответственно, решение останется такого же размера. Значит, если взять просто оптимальное решение, которое не содержит какой-то лист, то мы можем получить оптимальное решение, которое содержит этот лист. Ну и так можно сделать просто со всеми листьями. Соответственно, ну раз уж мы знаем такой оптимальный шаг, то опять-таки алгоритм написать нетрудно. Давайте сделаем следующее. Мы просто возьмем и добавим в дерево все, добавим в решение все листья. После этого выкинем из дерева все эти листья и всех их родителей, потому что родителей уже брать нельзя. Ну и после этого продолжим. Мы будем делать так до тех пор, пока дерево не пусто. В конце вернем решение. Давайте я здесь так просто вальяжно скажу, что время работы этого алгоритма
является линейным по размеру дерева, то есть по количеству вершин в дереве, но не буду подробно пояснять, почему это так, поскольку это зависит от того, как именно дерево представлено. Аккуратно можно сказать так. Можно представить дерево так, чтобы этот алгоритм можно было реализовать так, что его время работы будет линейным. С тем, как представлять в компьютере графы и деревья, мы будем подробнее разбираться чуть позже. Давайте этот вопрос отложим на попозже.